30 марта, озеро Яровое, опять Сергей меня сманил, в общем, опять дождь. Все, последняя рыбалка, наверное. Местами уже вода. Народ вообще, народу немного, кстати, сегодня пятница. Он весь в разброс сидит. Кто-то там где-то вдалеке идет. Мы, как обычно, опять далеко ушли. Машина где-то вон там, короче, брошена вот для асфальта. Как-то вот так вот. Вот. Время 19:16. Что, лед тоньше не стал, да? Нет. Еще рыбачить и рыбачить. Трава, да? Вся рыба, наверное, в траве как раз. Вот это я место выбрал. По-любому рыба вся в траве. Конечно. Я же рыбак еще тут. А, взяли мы каждый по лопате. Еще Серега-то меня почему сманил, сказал, там рыбу лопатой гребут. Когда собираются обратно, чтобы не считать, просто надо взять лопату и лопатой в мешок грузить. Я взял побольше лопату, Серега поменьше. Кто как умеет ловить, тот так и взял. Ах, ладно, в общем, сейчас я буду все лунки бурить. Время 20:42. Это час уже, наверное, прошел, по-моему. 19 чем-то я говорил. Здесь рыбы, в общем, как таковой и нет. Серега свою перекормил. Всю там, у него даже уже горбунец туда не тонет уже так густо. Он уже вычерпывает. Карась. О, у меня спиликова, да? Это девочка, телефон. Ну, ситуация с коронавирусом у меня там выясняется. Серега одного поймал, я сегодня отличаюсь, я поймал 4. В общем, непонятно с рыбалкой, непонятно. Я сейчас туда накидал чеснока, так как Серега своей прикормкой распугал всю рыбу. Сейчас я вот такой торт кусочек. Короче, кого-то с днем рождения, наверное, поздравляли. Надпись, видишь, какая-то была. Сам бы ел, конечно, если бы знал, сколько ему возраста. Но сам не знаю. Поэтому, блин, а вкусно выглядит так-то с каким-то повидлом. Все повидло, наверное, роль сыграет сейчас. Надо смочить, наверное. И вот и масло туда же. Сейчас сразу должен клевать начать. Да почему ты, ну? Ладно, все, не буду. Тут вдруг все-таки я сам еще буду есть его. Вот так вот рыбалка. В общем, у нас идет. Вон он, Серега, Серега. Мальков ловит, короче, сегодня. Одного. Прямое включение. Серега опять, он карася здорового, да, Серега? Да. Все, сразу довольны, да? Ну так, таких десяток. Пойдет, да? Да. Теперь рыбалка у него удалась. Вон у него уже рыбы сколько. Конечно, на 4 удочки ловит. Я-то тоже уже, конечно, на 3 начинаю ловить. Потому что вот такой улов у нас всего. А время 21:45 уже. Он, может, вырос, пока жрал у тебя там такой, да? Может быть. Кормил. Это все опять запотевше в камере. Так, ладно, я буду ловить. Я хитрую удочку сейчас настраиваю. Че, клюет у тебя? Не знаю пока еще. Лебеди орут. Блин. Че, клювало, да? Да. Здорово тебе.
Да что такое? Не успевает уже все. Попер. Попер карася Сереги. Слазь, да? Ничего, есть рыба, нет? У тебя, да? Не, пусто. Ты чё, окунь? Подошел. Пусто, пусто. Он не на ту мормышку просто у меня пытается клевать. Надо вот на новую удочку, которую я опустил. Починено салофановым кульком. Это вообще не просто так. Подготовлено к серьезной рыбе. Видишь, на нее сразу клюет. Давай, вытягивай мою рыбешку. Аккуратно, не торопись. О, здоровый какой. Взял мне специально, все спутал. Все, удочка не моя специально. Опять сломалась. Черт побери. Ну ладно, ложи, сейчас я распутаю. Время 0:02. Решил заснять, пока, короче, моя рыба растет, кушает торт. Вот такой вот у меня улов. И потом, главное, короче, плывет и к Сереге. Самая большая, которая наелась вон у него. Три штуки таких. Куда он их опять девать будет? Что, наступил, да? Думал, хоть меньше поймает. Все равно ловит и ловит. Что, клюет у тебя? Не потихонечку. Запотевает. На улице у нас опять то ли дождь, то ли снег, то ли все вперемешку. О, Сереге горбунца, он вон, все горбунцом закормлен. Ну что, клюет? Потихонечку, помаленечку. Да что это? Спички сюда. Ты много газа-то не запускай, а то мы взорвемся. Да оно выключено. Палатка взлетит. Его соседи удивятся. Че, я не понял, че не работает? У нас, наверное, кислорода нету с тобой в палатке. Один углекислый газ, че, клюет у тебя? Да. Ты опять этот ножевца ловит. Свежий воздух, прямо чувствую, что сейчас свежий воздух пошел. Ты точно выключил газ? Вроде да. Мне кажется, какими-то вообще свечками пахнет. Спичками. Жженными. Какая-то как воском. Ну вот свечки. На улице, короче, снежок, ага. Сейчас спички еще кончатся. Да что не гаснут-то, я не понимаю. Давай последний кислород и зажги. Видел? Как мы еще тут сидим, да, с тобой? Нечем даже огонь поджечь.
подходила, рыба клюнула. Что ж такое? Что спички не горят, я не пойму. Не знаю, почему спички не горят. У меня рыба из-за сережки ушла. Что, дальше не горит ничего? Так нету кислорода у нас в палатке не осталось. Нечему гореть. Химическая реакция, Сергей, не запускается. Без кислорода никуда. А у тебя спички есть с тобой? Нету. Вообще никаких. А нет, какие-то есть. На, путние спички. Спички пинские. Спички сырые. Второй коробок, точно такая же история. Не горят они у нас. Вот досидели. Сейчас бы поймали какого-нибудь этого динозавра. Ты поймал, да? Да что такое? Почему он не загорается? Я не знаю, Сергей. Ух, и дах помогает. Выйди на улицу, подожги. На улице тоже нету кислорода. Не знаю, что такое, почему. Так, ладно, отключаю камеру. Время 0:57. Все, заканчиваем мы с Сергеем ловлю. Вот там вот и он и улов. Он надергал сколько карасей. У меня гораздо скромнее, как обычно. Пока у нас кислород второй раз не кончился. Будем выходить. Чё, клюёт, ага, у тебя? Пытался. Давай последнего на килограмма полтора тысячи. Ну, тут вообще рыбы нету. Здесь рыбы нету. Должна быть. Не, нет. Должна быть. Рыба. Ох, не вытащить. Ох, здоровый. Ну все, я поймал своего карася. Вот такой, в общем, отчет с рыбалки. Че, клюет у тебя? Да. Не, я говорю, здесь рыбы нет. Вот опять Серегин с моего торта. Крайний карась. Время 01:01. Куда ему их столько, не пойму. Все, у меня нету никого. А ты газ выключил? Есть. Да нет, я сейчас сматывать буду. Ты газ выключил или кончился воздух? Я выключил. Ну, все. В общем, собираемся мы. Да, все, такая рыбалка.